Ты мне, Федька Янте, брось, аль с башкою будешь врозь. Я твои намеки вижу исключительно наскрозь. Ну да ладно, запрестишь, разве черт-то не простишь. На тебе пятак на водку и катись, куда хотишь. Вызывает царь генерала, аж прямо из-под одеяла. Генерал в панике ищет почтаники, понимает, зовут не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит, черной от злости, как ворон на погосте. Царь, сколь не бился ты, милок, не попал Федот в селок. Об тебе уже составлен официальный некролог. Только надобно решить, как верней тебе решить. Оглаушить канделябра, аль подушкой задушить. Генерал, оплошал я, государь. Вот те сабля лично вдарь. Только больше, чем Федотом, мне мозги не скипидай. Что дурак, не обессудь. У меня иная суть. Мне куда-нибудь в атаку, аль на штурм куда-нибудь. Царь, ты с мечом-то боевой, только вот чего усвой. Побеждать Федота надо не мечом, а головой. Ну а будешь так же скор, как ты был до ентих пор, я тебе, коровья морда, сам пристрою под топор. Наш дурак снова ум напряг. А и было того ума невеликие закрома. Думал, думал, ничего не надумал. Свистнул псов ораву и к еге в Дубраву. Увидала та генерала, сиганула аж до Урала. Но опомнилась и вернулась, как бы хуже не обернулась. Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. А все волнуюсь об России, как там бедная она. А виновник генерал, интриган и аморал. И Антон коровью морду честь царева оборал. Пусть он выйдет, где он там? Я сейчас ему задам, я сорву с его медальку, да медалькой по мордам. Появляется генерал. Генерал, что вы, братцы, я ж за вас потерял в атаке глаз. Нечто я, когда посмею, супротив народных масс. Не сумел, не устоял, не имел, не состоял. Не был, не был, не был, не был, даже рядом не стоял. Оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу. Угнетающей верхушке больше не принадлежу. А виновница, яга. Нет опаснее врага. Перед ней сам Горыныч. Так, не змей, а мелюзга. Ну-ка, где ты, ягоза? Посмотри людям в глаза. Лично я не удержуся, врежу с саблей два раза. Появляется баба-яга. Баба-яга. А я фольклорный элемент. У меня есть документ. Я вообще могу от себя улететь в любой момент. За жару ли, за пургу, все бронять меня коргу. Я во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя. Да ведь я дитя природы, хоть дурное, но дитя. Аль судить, да тех двоих соучастников моих, ян-то я по виду нечисть, а по сути чище их. Федот, ну и ушлый вы народ, аж на оторопь берет. Всяк другого мнить уродом, несмотря что сам урод. Аж вообще российский люд на расправу и не люд, но придется мне, рабяты, учинить над вами суд. Царь, пощади меня, стрелец. Я мерзавец, я подлец. Я сошлю себя в Воронеж, я сошлю себя в Елец. Только не на Магадан, энто мне не по годам. Я пока туда доеду, опасаюсь дуба дам. Генерал, сознаю свою вину. Меру степень. Глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму.